Форум научно-исследовательских обществ прошел в стенах Бендерской гимназии номер 3 имени Котляревского. Его участниками стали ученические организации Малой академии наук 1, 2 и 3 гимназии, а также среднеобразовательной школы номер 15. Большей частью начальная школа ориентирована на вопросы своего здоровья, экологии. Предпочитают краеведческие проекты, связанные с историей улицы, с историей родословной. А более старшие учащиеся, это уже обычно 8, 9 класс, 10, выбирают темы исследовательских работ, связанных со своей будущей профессией и с теми проблемами, которые окружают их. Для того, чтобы достичь результата, нужно много трудиться. Детям, этим ученикам есть чем гордиться, потому что ежегодно, принимая участие в научно-исследовательских конференциях и города, и республики, и на международном уровне, что в России, в Украине, наши дети нашего города показывают очень высокие результаты, показывают, что они владеют научно-исследовательскими навыками, что они интересуются, что это очень высокий интеллектуальный потенциал. Дети понимают, что наука движет прогресс. Темы научных работ разнообразны. Я очень горжусь тем, что ученики моего учебного заведения Бендерского теоретического лицея давным-давно занимаются исследовательской деятельностью. Они пытаются найти ответы на возникающие вопросы у всего мира. То есть проводятся исследовательские работы не в рамках какой-то одной определенной темы. ИОУ проходят по разным предметам, что помогает каждому из учеников проявить себя. В своей работе я хотел продемонстрировать прикладную значимость математики в других науках и в особенности в экономике. В ходе этой работы я получил массу новых знаний и сделал ряд интересных открытий. Я писала научную работу на тему «Украинский рушник». Это очень занимательно, его даже можно было вышить, и мне это очень привлекло. Также я участвовала в разных конкурсах на международном уровне. Это «Водограй на Оболоні» в городе Киев и также в разных мероприятиях города Бендеры. По окончании форума участники получили памятные сувениры.